Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь. Как-то раз один отец кладет руку на плечо своего сына и задает ему вопрос. «Сынок, кто из нас сильнее, я или ты?» Сын, недолго думая, ответил. «Конечно, я, папа». Возмутившись, отец решил спросить, почему? А сын ему ответил. «Отец, пока твоя рука лежит на моем плече, я самый сильный на свете». Отец – это первый герой в жизни каждого сына. Отец – это первая любовь в жизни каждой дочери. Я хочу сказать, друзья, что один отец может поднять на ноги 100 сыновей, но 100 сыновей, объединившись, не смогут возместить труд одного отца. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.